Всем привет, дорогие друзья! Сегодня я хотел бы поговорить о вас, а точнее ближе познакомиться с вами. Дело в том, что периодически, когда кто-то пишет комментарии под моим видео, я, как обычно, отвечаю, и люди очень сильно удивляются тому, что я ответил. Они пишут: «А, мне ответили! А, пожалуйста, ответь мне на комментарии» или что-то в этом роде. И для многих из вас это выглядит как какое-то чудо. «Вау, блогер мне ответил!» Но я не считаю, что это нормально. И особенно в моем блоге. Да, многие популярные блогеры приучили подписчиков, что ответ на их комментарий — это какое-то чудо, что обычно эти блогеры никак не реагируют на комментарии своих подписчиков и бывает даже вообще закрывают видео для комментирования. Для меня общение с подписчиками, общение со зрителями, общение с вами — это один из главных мотивов, почему я снимаю свои видео. Это не просто, знаете ли, одна из опций, которую предоставляет YouTube. О, еще можно комментировать видео, отлично. И если бы на YouTube забрали функционал комментариев, я всерьез бы задумался о том, зачем снимать видео дальше. Поэтому меня не так радует количество просмотров или какие-либо другие параметры, как количество комментариев. Я всегда с радостью их читаю, и ни один комментарий в моем блоге не проходит мимо моих глаз. И если даже вдруг я не ответил на чей-либо комментарий, то будьте уверены, я точно его прочитал. Вот, собственно, этот месседж я и хотел до вас донести, что я всегда с радостью жду ваши комментарии, всегда с интересом их читаю и по возможности, а возможность у меня такая часто есть, отвечаю на них, так что не нужно этому удивляться в моем блоге. Ну и также я хотел предложить вам познакомиться ближе. Дело в том, что моя жизнь перед вами как на ладони. Я снимаю видео о своей жизни, о том, как я живу, о том, как я отдыхаю, о том, как я хожу в кино и прочие-прочие вещи. То есть вы со мной в принципе знакомы, а вот я с вами не очень. И еще раз повторюсь, мне не все равно, кто меня смотрит, кто меня комментирует. Мне всегда интересно, кто эти люди. Мне интересно с вами общение. Но часто вы скрываетесь за какими-то неизвестными никнеймами, неизвестными аватарками, и я вообще даже не представляю, кто вы такой. Так что повторюсь, я хочу предложить вам познакомиться поближе. И поэтому предлагаю вам написать в комментариях небольшую презентацию о себе. Ну, например, что-нибудь такое: как вас зовут, если это непонятно из вашего ника, где вы живете, сколько вам лет, вы учитесь или работаете, если учитесь, то где, если работаете, то кем. Если вы есть в соцсетях, то дайте ссылку на себя, добавимся, будем дружить еще и в соцсетях. Если что, мои соцсети есть в комментариях к этому видео, как, впрочем, и к любому другому моему видео. А если вы сами снимаете видео, если вы видеоблогер, то можете сделать презентацию своего канала, напишите людям, о чем вы снимаете, дайте ссылку на ваше крутое видео. В общем, пропиарьте себя, я позволяю вам это сделать в этом видео. Поверьте, мне действительно интересно все это знать, и я обязательно прочитаю каждый комментарий и постараюсь на него отреагировать. Так что не сдерживайте себя, пишите, и возможно, вы здесь найдете интересных людей для себя, возможно, я многих из вас замечу, те, которые отмалчиваются, может быть, молча смотрят мои видео и никогда не комментируют. Мне бы хотелось увидеть вас в лицо. Мне бы хотелось обратить внимание на ваш аккаунт, на ваш канал. Так что давайте, не стесняйтесь, будьте активными. Давайте сегодня хорошенько пообщаемся в комментариях. Да и не только сегодня, вы можете продолжать писать под этим видео в любое время. И не только под этим видео, но и под любым другим видео. Повторюсь, мне всегда очень интересны и важны ваши комментарии. Но это видео посвящено знакомству, так что прошу вас писать в комментариях о себе. Расскажите мне о себе. Ну и, конечно же, большое спасибо, что подписаны на мой канал, что смотрите мои видео. Мне очень приятно и радостно. Продолжайте это делать. И в свою очередь я буду стараться снимать интересные видео и радовать вас дальше. Спасибо за внимание. Спасибо за просмотр. Если вам понравилось, не забудьте поставить лайк и оставить комментарий. Буду рад, если вы поделитесь этим видео со своими друзьями. Также смотрите другие видео на моем канале и, конечно же, подписывайтесь на канал о жизни и путешествиях. До встречи!